Бабочке нам потребуется репсовая лента 4 на 21 сантиметров. Также репсовая лента 4 на 20 сантиметров. Репсовая лента 4 на 6 сантиметров. Также репсовая лента 1 на 45 сантиметров. И вот такой у меня есть карабинчик для застежки, я его использую. Так он снимается. Для регулировки размера галстука бабочки я использую вот такую вот застежку. Берем репсовые ленты 4 на 21 и на 20 сантиметров, обрабатываем края. Отмечаем середину. И прошиваем бантик. Для того, чтобы нам было удобно прошить бантик, я наношу небольшую капельку клея для фиксации. Чтобы нам было удобно прошивать. Накладываем две ленты друг на друга и прошиваем бант. Смотрим, чтобы середина была вместе, на одной линии. Стягиваем. Расправляем наш бант. Нижняя часть у нас длиннее, мы взяли ленту 21 сантиметров, верхняя 20 сантиметров. Берем репсовую ленту 1 на 45 сантиметров, также обрабатываем края. Берем застежку, продеваем. Далее наносим клей. И закрываем наш край ленты. Вот так. Теперь клей наносим на край. И закрываем нашу ленту. Вот так застежка у нас получается закрытая. Берем карабин, отсоединяем его. Можно ту часть, можно эту часть, разницы нету. Продеваем через нашу ленту.
Теперь мы можем регулировать размер нашего бантика. На оставшийся край ленты мы продеваем карабин. Также сначала подгибаем край, наносим клей, чтобы все было красиво. И теперь закрываем. Клей наносим немного. Все, застежка наша готова. Осталось приделать ее к нашему бантику. От основной застежки отмеряем 12 сантиметров. Берем репсовую ленту 4 на 6 сантиметров и складываем следующим образом к середине. Делим ее мысленно на три части и собираем все. Получается вот такая вот ленточка у нас. Все скрепляем над огнем. Перед тем, как закрыть вторую часть, я обычно ее немного скручиваю. Вот так. И потом скрепляю над огнем. Все, закрываем наш галстук. Клей на середину мы не наносим. Немного зажимаем. Вот такая бабочка у нас получается. Длина готового изделия составляет 10 сантиметров. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!